Всем доброго времени суток. Сегодня я расскажу о новой для меня гидроизоляции, которая разводится просто цементом. И по рекомендации заказчика я применил эту органическую массу для герметизации и защиты от влаги. Шпаклевочную массу разбавляем цементом 1:1. И тщательно перемешиваем. Далее готовую смесь наносим на стены. В моем случае это душевая кабинка. Наносить можно шпателем, а также кисточкой. После нанесения гидроизоляции мы установили трап. После чего установили маяк с уклоном к трапу. 1 метр стяжки уклона составляет 10 мм. В моем случае душевой поддон составляет чуть больше 2 метров. Соответственно, и наклон также чуть больше 2 сантиметров. Стяжку производим специально армирующей стяжкой. Бортик душевого поддона делаем из кирпича. После полного высыхания клеим гидроизоляционную ленту. Друзья, в связи с сложившейся ситуацией в стране, я бы хотел оставить ссылку на мой канал в Яндекс.Дзен. Он успешно развивается, и также буду публиковать там новые видео и делиться с вами. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Далее наносим нашу гидроизоляцию. Как вы уже видите, здесь гидроизоляция наносится щеткой. Да, чуть не забыл. У меня уже спрашивали про эту гидроизоляцию. И я на всякий случай оставлю ссылку на этот товар. Там также найдете все описания и возможности этой гидроизоляции. Ссылка в описании видео. Ну а в следующем видео мы будем клеить вот такой вот мощный керамогранит, толщиной которой составляет 11 мм, размером 120 на 60. Плитка у нас будет с небольшим рельефом, где мы будем применять специальную присоску. Ну и как всегда, будут небольшие хитрости. Например, как можно быстро и точно подрезать плитку на бортик и многое другое. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.